Началось все еще в феврале прошлого года. 21-летний уссуриец вместе со своим знакомым получал крупные партии наркотиков, фасовал их на более мелкие и реализовывал через тайники-закладки на территории округа. Однако недолго был задержан полицией на съемной квартире на улице Выгонной. Перед задержанием фигурант сбросил с балкона квартиры 25 свертков с героином общей массой около 98 граммов. Следователям было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. На период следствия фигурант был заключен под стражу. Во время обыска в квартире задержанного обнаружены весы, упаковочные материалы и другие предметы, которые необходимы для фасовки закладок. Но и это не все. Оказалось, что мужчина причастен к разбойным нападениям, которые произошли в баре на улице Некрасова в 2022 году. Следователям отдела полиции также доказана причастность мужчины к совершению разбойных нападений на двух граждан. Злоумышленник с применением насилия похитил сотовые телефоны у посетителей бара в Уссурийске. Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Виктория Калинина, Телемикс.